Амаль кожнаму гродзенцу вядома, што па вуліцы Антонава, каля рынку, на могілках знаходзіцца старая царква ў імя прападобнай Марфы, гісторыя якой незвычайная. У 1846 годзе памірае маці архіепіскапа Іркутскага Ніла Марфа Расковіч. Архіепіскап Ніл быў ураджэнцам гарадзенскай губерніі. И он вырашает у память своей мати подавать храм. И вот на этих старожитных городецких могилках в 1848 году появляется церква, которая была освящена икона святой преподобной Марфы. Это место сдавна имело назву Подол. Коли прости ниже, над самым днемным находится улица Подольна. И тут уже несколько стагодий городенцы хоронили своих спочилых родичей. И это было вельми символично, что новая церква является место старожитных городенских могил. Этой могилки является одним из самых старых в уголе некрополев на территории Беларуси. Мы с вами бачим могилу генерала Российской империи Сергея Николаевича Ланского, удельника русско-французской войны 1812 года. Похованы у 1815 годе. Бачите, який величный помнит. Конечно, он уже стратил свой першесный выгляд, але вы бачите, что велич и грандиозность этого помника заховывается. Помники дельникам Великой Отечественной войны. Помник и помник. По традиции, День Перемоги, мы освящаем этот помник, молимся с прихожанами, что происходит покой в душе святых героев. Шановные городенцы, тут похованная Вера Ефимовна Блошкова, мать белорусского поэта Лихася Багуна. Она была меньшарка, але в опошние годы своего життя переехала жить в город. Почему мы не ведаем? Вот после ее смерти был поставлен этот помник. Михась Багун, белорусский поэт, подчас сталинских репрессий был репрессован. Загинул у Сибири в 1937 году. Могила его неведома. После его реабилитации на гроши державы был побыван в этой комнате. Мать поэту и была усталевана дружка память поэта. Цікавая аналогія. Мы не ведаем, где менавіта знаходзіцца магіла Максима Богдановича. Ведаем Крым, могілкі, но саму магілу не ведаем. Ёсць версіі. Ці гэтае месца, ці гэтае месца, але дакладна гэта невядома. Але каля нашай царквы ёсць магіла маці Максима Богдановича. І многія прыходзяць на яе магілу і шануюць і маці, і самога паэта. Жанчына, якая нарадзіла паэта. І вось тут падобная сітуацыя. Мы не ведаем, дзе знаходзіцца магіла Лихася Багуна, але ведаем магілу маці паэта. І шануем магілу маці, як быццам магілу самога Лихася Багуна. Шановныя гарадзенцы, магіла гарадзенскага паэта Лихася Василька. Тут похаваны ён і яго супруг. Мы помнім, што в нашым горадзе ёсць вуліца гонар Лихася Василька. Магілы гарадзенскага духавенства. Такі невялічкі некропалі, дзе была традыцыя хаваць святароў гарадзенскіх храмаў.
Тут похований архітектор Церпаковського кафедрального собору города Гродно Іван Савільний. Помер у 1951 році. Наш собор по вулиці Ажешки побудований по його проєкті. Шановні городинці, могила матері Максима Богдановича, Марії Богдановича. Прямо насупраць церковного ганку лежить мати білоруського поета. Поміж двох святаров, поміж двох протоиереїв. Поэтому, як будете на наших могилках, чи будете молитися на богослужениях у нашій церкві, можете вшанувати пам'ять мати поета, помолитися за старшин її душі. Подрабязні про церкву Святой Марфи можна прочитати у книгах з фонду Гродінської городської центральної бібліотеки ім'я Андрея Макайонка. Звістки про найбільш відомих особ, похованих на гродінських могилках, можна знайти, звернувшися до електронного ресурсу «Монументальна пам'ять Гродна» на сайті Гродінської централізованої бібліотечної системи.